двухчасовой тренировки действительно усталым, тяжело дается? Ну да, уже конец сбора, осталось буквально пару дней, одна игра контрольная. Сбор дается тяжело, у нас мало времени до первой игры, всего два сбора коротких. Поэтому сразу начали активно работать и чувствуется усталость уже. А психологически было тяжело? Просто с одной стороны большой перерыв и сложно возобновлять рабочий процесс, с другой стороны вы понимали, что первый сбор – это большой труд, как ни крути. Да нет, я думаю, уже привыкли, все знают, после длительного отпуска всегда идет сбор. И первый всегда самый тяжелый. Здесь в основном закладывается вся вот, все основной фундамент, весь будущий сезон, поэтому психологически, в принципе, готовы были. Ты по своим кондициям чувствуешь, что этот самый фундамент, он закладывается во все? Ну, естественно, да. Конечно, чувствую. Я опять же говорю, тяжелые тренировки, отдыхать некогда, двухразовые всегда. Естественно, все чувствуется, все понимаем, для чего это. Подходит к концу, промежуточные итоги можно какие-то подвести? Ну, я думаю, тренерский штаб должен подводить. Нам дают задание, мы работаем, выполняем. Думаю, что все укладываются на 100%. Итог, наверное, может быть, после игры можно будет какой-то небольшой подвести. Ну, опять же, там, на первом сборе это по тайм играем, там, тяжело говорить о командной игре. Там больше, как бы, физические данные сказываются. Ну и последний вопрос. С собой доволен на тренировку? Не знаю, нормально вроде. Тяжело себе судить, со стороны виднее.